Значит, поделитесь, пожалуйста, эмоциями после матча. Ну, эмоции положительные. Мы взяли 4 очка из 6, я считаю, для старта сезона это очень неплохо, при условии, что мы сыграли всего лишь одну товарищескую игру перед сезоном и вкатываемся в сезон уже по ходу него. Поэтому могли, конечно, взять 6 из 6, но не додержали. Будем исправляться, и я думаю, с такой самоотдачей, как сегодня, и желанием у парней играть, все будет хорошо. Сегодня состоялись у вас две игры. Первый матч был довольно убедительный, победа 7-1. Второй матч ничья. Можно сказать, что команда устала, физически измоталась после первого матча? Или соперник был немного сильнее? Да нет, нельзя сказать, что команда устала. Соперник реально был выше там на две головы, мне кажется. Когда мы с ними играли? Весной. Да, мы им очень сильно крупно уступили. И у нас было большое желание взять реванш. К сожалению, ну или к счастью, блин, очень обидно на самом деле брать одно очко, а не три. Ну, видно, что у нас эмоционал поднялся очень. Но взяли новых игроков. Я считаю, достойно, в принципе. Да, у нас сегодня приехал максимум игроков, поэтому я не скажу, что ребята выдохлись. Ну, просто чуть не повезло, и соперник, да, конечно, на одну, а то и две головы тяжелее, чем предыдущий. Поэтому... А как вы можете оценить игру новичков команды? Ну, игру новичков мы уже оценили в товарищеской игре. А сегодня они все забили, что в первом матче, что в втором, поэтому на 5 с плюсом. Вся команда молодцы, у всех видно было огромное желание. Все соскучились по футболу, поэтому по этим вопросам нет вообще. Все шикарно. Спасибо большое.